Если б не ты, то этого фильма вообще бы не было. Души у тебя нет, вот твоя проблема. Ты бы хотел эти полтора года как-то по-другому прожить? Я совершил большую ошибку. Все, что происходит с нами, внутри нас, между нами, все это топливо для искусства, понимаешь? Я пришла не на свое место. Попыталась жить не своей жизнью. На самом деле есть только Москва и расстояние, на которое оно нас спускает.